Их с удовольствием слушают не только в России. Под их треки зажигают самые прогрессивные представители артовой молодежи. Их второго альбома с нетерпением ждали тысячи фанатов. Он вышел ограниченным тиражом и разошелся за 2 дня. Итак, встречайте, в эфире Trendy Lab, группа Помпея. Денис, Даня, Нейри и Саша. У них очень нетипичный для России саунд, очень качественный. Если вы еще не знаете, давайте мы вам расскажем об этой прекрасной группе. Они очень мелодично звучат, очень легко и очень, ну, по-летнему на самом деле. Даже зимой ты можешь их послушать и как-то становится немножечко теплее. Вы должны прямо сейчас скачать их все альбомы. Сыгранно играют, уровень, то есть у них мировой, можно сказать. То есть не чисто русское, а такой прям уже достойный. У нас раньше стиль назывался даже мол-рок. Мне, например, нравится пианист, а фронтмен, на мой взгляд, немного вялый. Кто те люди, которые вас слушают, которые приходят к вам на концерт? Те люди, которые не привыкли мыслить штампами и слушать ту музыку, которую им навязывают. К ним очень хорошо отношусь и хочу, чтобы у ребят все хорошо складывалось в карьере. Вот все. Музыка хорошая, ребят молодцы, ходим всегда, любим. Внизу можно на первом этаже камеру опустить, и там примерно будет аудитория. Дело в том, что мы находимся в Цветном, и сегодня у ребят концерт. Фанатка вашей композиции «Slow» сейчас. Слушаю по 20 раз буквально в день. Мне еще безумно понравился клип. Он такой расслабленно, свободный, прекрасный, хочется уехать куда-то. Почему этот трек у вас в самый последний в альбоме? По-моему, мы его решили поставить последний в альбом, уже зная, что будет клип. А тот клип, который сейчас снимается, он получается предпоследний. Я хотела узнать по поводу клипа, который снимался без вас. Идейным вдохновителем является режиссер Лейла и ее команда панков, которую она собрала. Микрофон прям вплотную к губам. Потому что он еще имеет свойство отодвигаться. По-моему, они уже закончили съемки. Ты снял? Нужно еще? Достаточно? Знаешь, что я думаю? Вообще... Я воспринимаю эту песню как некий такой свой собственный гимн молодости и дружбе. У многих групп есть такие песни, типа как у Smashing Pumpkins, 97.9. И я думаю, что клип, он примерно по духу будет где-то близок к этому. Молодежь, которая к чему-то стремится, находит самолет и улетает к мечте. Такая неоромантика, очень, очень правильная романтика. Денис, Нейри, Саша. Мы группа Помпея специально для Trendy Lab. Yeah.